Пара-п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 а-
Кто это говорит? А кто это говорит? Тихо! Пам-пам, дорогие друзья, короче, в этой серии мы должны очень жестко затроллить школьника. Но для этого вы прямо сейчас должны поставить лайк, подписаться, если вы еще не подписаны, и нажать на колокольчик. Это очень важно. Если вы не нажмете колокольчик, то YouTube не сможет присылать вам мои уведомления о новых видосах. Поэтому прошу вас, друзья, нажмите на колокольчик. Все, давайте. Пишите хэштег троллинг. Троллинг прямо сейчас напишите. И начинается троллинг школьника. Ты кот, ты что говоришь? Капец. Ты кот, ты чё? Смотрите, ну. Ой, ой. Евген, бро, привет! Здорово, здорово, здорово! Эй, Школянский, эй, нубик, нубик, нубик! Ты чё, ты как меня назвал? Да ну, подожди, ты не бьёшься, ты чё, а? Да я тут, короче, под зельем специальным. Пошли, пошли, парень, нубик! Ты чё, а чё ты хочешь? Да подожди, ты чё тебе делаешь? Короче, ты это, слыхал, что в игру вводят новые доспехи в Майнкрафт? Какие доспехи, ты динамитные, чё? Динамитные, динамитное оружие, там, лопаты, кирки, прикинь. Серьезно, ввели уже в Майнкрафт новую версию? Ввели, да, да, такая? Да, новая версия. Вот смотри, вот видишь, обычная лопат, да, вот обычная? Да, обычная. Ну покопай, ну, покажи что? Зрителям, давай, покопай. А, вот так копнуть? Да, копай, так. Вот так вот? Да, так вот. Вот так вот? Да, вот так вот, так, так, все правильно. И сейчас вот так? И вот так, да. Все, отлично. Окей, и чё? А вот смотри, есть еще, видишь, красненькая лопатка. А что это у тебя в руке такое? Это красненькая. Это... Подожди, это динамитная лопата. На, держи, браза. Что? Йо, блин, это сейчас взорвется. Ты чё, беги, ложись, ложись. Эй, ложись, парень, брат, парень, подожди, браза. Парень, ложись, ложись. Не, вот подожди, вот ложись, подбирай, вот там все нормально. Да ложись, дядя, сейчас взорвется. Сейчас взорвется, так, так, оп. Вот так. Так. Пошли, да, я вот подползем, подползем. Да, давай, да, подползем. Она не взорвется, да ты не бойся. Да взорвется сейчас, ты чё, блин? Давай, подбирай я. А все, не подобрал? Давай, а ну скинь мне её. Опа! Опа, все подобрал, подобрал. Теперь я тебя учу, уполз, давай. Уполз, так, опа, все, давай, пока. Теперь копай, 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 парень. Так, все, давай, ладно, сейчас. Давай. Не будем баловаться, давай, давай, погнали, копай. Давай, как и копай. Будет? Да ничего не будет. Ой, блин, капец, она круто! Ты чё тыкаешь? Капец, она взрывает все, что ли? Ну это же динамитная лопата, новое обновление, смотри, круто? Капец, динамитная лопата, ребят. Бабах! Капец, ребята, увидели это, смотрите, динамитная лопата. Ой, у меня лопата ликвидировалась. Да, ребята, ее хватает, там буквально пару взрывов. Но, блин, капец, динамитная лопата в Майнкрафт. Причем, смотри, взрывы нас не бьют. Ну, наши же взрывы. Ну это да. Хочешь еще нововведение посмотреть? Ой, погоди, я застрял где-то в блоках. Так, давай, давай, пока. Смотри, давай. Есть еще кирка. Кирка, кирка. Офигеть. На, на, держи, а парень. Ну-ка. Вау, ребята, а это TNT кирка? Ну-ка. Бабах! Ой! Круто! А вот тебя? А вот тебя сейчас. А сейчас я тебя. Так, 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 так. Бабах, Валера. Круто, ну да, нас она не коцает, она такая динамитная кирка, так. Да, но это, ребята, смотрите, как можно копать офигенно ей. То есть можем вот так вот, смотрите, вот смотри, Евген, подбегай сейчас сюда ко мне. Сейчас, 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 ты где? Ты... О, вон ты где. Смотри, да. Я добываю уголь вот так вот, то есть, вообще-то уголь не добывается, но... Не, давай, кстати, про... а что, взрывается? Давай сейчас эксперимент, ну-ка. Да, уголь тоже взрывается, короче... Не, он-то взрывается, но толку-то с этого, ты ничего не получаешь с него. Да, да, да. Кстати, есть еще новая штучка, сейчас покажем еще зрителям. Какая в общем, же? Топорик. Ты чё его кинул туда? Ну, подбирай быстро. Ну на. Ой, все, ладно. Ладно. А где деревья? Пошли, пошли, пошли. Браз, 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 за мной. Давай, давай. А если землю? Ну давай проверим. Пошли туда в лес. Не, земля, кстати, не работает. Там не работает. А только тут, да, работает? Ну да, только на деревьях. То есть кирка работает только на камне. Вот, 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 вот. Ну ладно. Так, ну чё, рубим? Рубим! Па-па! Ух, капец, причем смотри, а топор нас коцает. Смотри, топор именно коцает нас с тобой. О, ты что, взорвался что ли? Да, я взорвался, бомбанул чутка. О. Топор нас именно коцает. Причем смотри, топор, по-моему, самый сильный. Ребят, посмотрите, он самый жесткий. Да, бомбанул. Топор самый жесткий, просто все разрушает. Капец, ребята, топоры, топоры, походу, самые читерные вот в этой... Еще смотри, кстати, топор не ломается. Да, смотри, не, ломается, у меня ломается. А у меня нет. А попробуй и ты смотри, сруби, давай вот это сруби. Очень много вот, то есть, блоков. Ну да, попробуй сруби, короче. Надо же под яблочком, давай сейчас эксперимент зрителям сделаем. То есть смотрите, так. Сейчас нубик под яблочком будет ломать динамитным смотрите, топором. Смотрите, ребят, я ем яблочки сейчас, вот видите, я кушаю яблочки. Так, ну-ка давай, попробуй. Так, пробуем, эксперимент, давайте. Короче, во имя науки, так, давай. Опа.
Опа, ребят, смотрите, взорвался таки. Да, все равно, смотрите, Шкалянский, ну, в данном случае вот этот нубик, он взорвался. Ты нубик, ты че, офигел, блин? Так, ладно, теперь следующее, смотри, есть динамитная броня. Огромный взрыв, я просто офигеваю, какой он огромный. Так, а что там, динамитная броня? Ребята, смотрите, динамитная броня, офигеть. Да, ну-ка сейчас. Добавили в Майнкрафт, офигеть. Так, ну-ка сейчас одеваем. Смотри, так. Смотри, как смешно выглядим мы с тобой. ТНТ. ТНТ-воины такие, оп-оп. Дровосеки такие. Дубики. Кстати, интересно, а что будет? Она вообще, ну, взрывается, не взрывается? Дальше проверим. Так, ну-ка. Так, а ну-ка. Не, погоди. Так, надо же, что, ты знаешь, что надо сделать с ней? С броней. Но. Ой, блин, ты что? Ты что, активировался? Нет, ты активировался. Вот теперь. Ой-ой. А чего я взорвался? А я до чего взорвался? Блин, у меня броня взорвалась и все. И у меня. Так мы с тобой как эти. Ну, смотри, не будем... мы с тобой активировались, да, получается? Да. О, смотри, какой огромный взрыв от ТНТ брони, ты видел это? Смотри. Да, вообще жесть. Давай сейчас ты взорвешься и покажем вообще зрителям, я подлечу, а потом ты, короче, подлетишь и посмотришь, насколько сильно. Давай ко мне подходи сейчас, короче, зрителям. Ну, погоди, блин, капец, тут взрыв, смотри, тут карту разнесло вообще совсем. Ребята, видите это? Ну, на, одевай, одевай. Так, браз, а где мне ее взять-то? Да, ко мне, браз. А, сейчас, блин, погоди. Вот, давай. О, ребят, смотрите. Сейчас, подожди, не активируй, Евген... не активируй. Ну-ка, да, ага. Не-не, Евген, смотри, ты можешь взять зажигалку, возьми зажигалку. Так, и активировать мою броню. Да? Да, давай. А ты откуда знаешь? Ну ладно, сейчас. Я хочу, чтобы я бомбанул, ребята. Короче, давайте. Друзья, да, сейчас мы, короче, бомбанем школьника. Так, вот я взял, короче, зажигалку. Но для этого поставьте лайк, как бы, смотрите. Сегодня у нас идут испытания вообще. Испытания в Майнкрафте. Да, ребята, так что я ради науки, ради что, поджигайте? Сейчас подорвусь. Все, поджег. Поджегся, ребята. Вот, смотрите, он. Обалдеть, нифига. Ты видел, какой получился кратер? Да, ну, вообще, ого. Сейчас, смотри, карту разносит. То есть, тут не только возле взрыва, а тут везде всю карту разносят, смотри. Да, обалдеть. Офигеть, да? Вообще, да? Так, а теперь давай, короче, испытание. Вот есть, короче, броня из обсидиана? Да. А броня из обсидиана, знаете, что, ребят, делает? Она спасает от взрывов. Давай, сейчас покажем, короче. Давай, иди сюда, Шкалянский. Капец, тут очень жестко, ребята. Блин, тут карту, смотри, расхреначиваю. Не знаю, как бегать вообще. Парень, ты. Так, парень, давай, я сейчас тебе полегче. Нельзя такое говорить. Чё? Ну, ты как, расфигачил, надо говорить. А я как сказал? А ты по-другому сказал, нельзя так. И вы так и не говорите. Я не думал, что это, честно говоря. Блин! Ребята, у меня капец какие-то эффекты сумасшедшие, ты видишь? А, подожди, ты не видишь. Ой, я сейчас одену. Сейчас, подожди, я возьму сейчас, ну-ка. Жестко, ребята, увидели, как меня колбасило? Это можно говорить колбасило? Можно. Так, сейчас я одеваю тоже, сейчас посмотрим, так. Так. Ребята, посмотрите, как колбасит. Я не могу двигаться, не могу ходить в этой броне, ребята, смотрите. Ой, в натуре. У меня, правда, не колбасит, но я иду очень медленно. А меня колбасит, ребята, меня очень именно. Ну, если что, это стимул, посмотрите, у меня видос. То есть меня очень жестко колбасит, у меня экран дергается, как будто, я не знаю, как будто сумасшедший. Офигеть. Фу, я сниму лучше эту броню, но ее надо. Да, ну-ка, ну да, она как бы такая, смотри. Очень медлительная броня, ничего себе. А меня там колбасило, блин. Слышишь, давай так, смотри. Давай сейчас ты мне дашь ТНТ броню, а сам будешь в обсидиановой. Но при этом ты будешь в выживании, ты активируешь мою ТНТ броню. Не, подожди, я лучше... Ты мою активируешь, а он тебе будет. Там меня колбасит, я не могу в ней находиться, ты чё? Ну давай маленько всего лишь. Блин, ну ладно, во имя науки, ребята. Во имя, да, во имя науки. Ну просто типа, я-то все равно не уязвим. Кинь зажигалку, хорошо, кинь зажигалку. На, короче, браз. Так, давай. Сейчас, короче, вы увидите, что Шкалянский останется жив. Ну, пойди, кстати, твоя броня. Потом ты ее быстро скинешь и как бы это. Давай, все, блин, ребята, меня капец колбасит. Ладно, давай, я готов. Давай, все, давай, поджигай меня. Опа, поджег. Ой, активировался, так. Так, ребята, посмотрим, что произойдет. Опа, види. О, ты живой. Жив. Снимай быстрее, браза. Ой, да, браза снимаю. Но, ребята, она может поломаться. У меня броня, кстати, сильно поломалась. Ой, я вообще куда-то упал. Слушай, браза. Да, давай, сейчас, давай. Телепортируйся. Ай, блин, Шкальянский. Ну все, давай еще разок, все. Так. В общем, ребята, вот так офигеть, да, вы видели? То есть меня спасла моя обсидиановая броня от ТНТ брони Евгена Бро. То есть я не взорвался, ребята, это очень жестко. Да, вот это нифига. Кстати, сейчас подожди еще. А еще сейчас, ну-ка так. Так. Эй, браз. Ты что, броню-то? Да, давай, ага. Короче, пошли сюда.
Давай, пошли. Ребята, у нас теперь начнется приключение в нашей ТНТ-броне. Слушай, знаешь, что я подумал? Ну-ка. А может ли... Я вот только что, подумал. Может ли Ифрит, который стреляет огнем, поджечь твою броню и тебя взорвать? О, нифига, давай проверим. Так, как все. Тебе? Давайте, ребята, проверим. Ну, у нас, давайте, Евген будет испытуемый, а я, короче, буду спавнить ифриты. На. Я сейчас буду в креативе, а Евген, давай, выживание. Да, будет, все, да? Все, на, короче, тебе ифрита. Все, давай, да, я у меня здесь, уже давай. Есть ифрит тоже. Сейчас я проверим, даже... подожгет меня или нет, так, давай. Ребят, ну что, давайте ифрита спавним, готовы? Оба. Смотрите. Ну, ифрит, давай, мочи. О, он оба. Меня активировал, реально! Давай, подбегай, взорви его, взорви его! Давай, оба! Ой, хорош, ребята, он взорвал Ифрита, так что? А ты еще и выжил? Да! Как ты выжил? Ну, вот так вот. А как ты так... Ты че? Ты че, читер? Читер. Ну все, а смотрите, мы еще провели одно испытание, что может эта броня. И вы, друзья, напишите в комментариях, как вы думаете, что эта броня может еще сделать? И может какие-то испытания с этой броней еще провести? Да, ребята, ну а зачем ты выкидываешь? Ну тебе, одевай, и сейчас попрощаемся. Нет, с зрителями. Давай. Ну, ребята, на этом, в общем-то, давай в выживание, да, зайдем оба? Да не, в это, пофигу, в креатив. А, ну, хорошо, давай, в креатив. Так, ребята, в общем-то, на этом все. С вами был школьник, значит, кролик и Евгенбро. Да. Вот, а мы, блин, смотри, как офигенно кролик стал, вообще, типа, наш бро. Да. Панта, смотрите. Эй, куда? Нет, кро... Ах он... Так, ну-ка, активация, активируй меня. Ой, активируй, бразы. Активируй, все. Ух ты, блин. Все. О, блин. Так, ты где? Вот, все, в общем, так. Все, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока. Пока-пока, ребята, всем пока.